Кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от партии европейских социалистов выдвинут немецкий кандидат Мартин Шульц, глава Европарламента. Он получил поддержку более 90% делегатов избирательного конгресса, который завершился в Риме в субботу. Мартин Шульц заявил, что в случае победы основные усилия посвятит борьбе с безработицей. В следующие 5 лет, какое бы действие мы ни предпринимали в ЕС, мы должны быть в состоянии ответить на вопрос, как это будет способствовать созданию рабочих мест? Что еще мы можем сделать, чтобы у наших детей были настоящие возможности? На Конгрессе также выступил новый премьер-министр Италии Маттео Ренци, глава Демократической партии. ЕС в такой же степени социальный союз, как и экономический. Экономическая свобода не может оборачиваться лишением социальных прав. Из Рима передает корреспондент Евроньюз. В конце своей речи Мартин Шульц выразил уверенность, что европейские социалисты победят на выборах в мае. У них в самом деле есть для этого неплохие шансы, поскольку по последним опросам популярность левых сейчас несколько выше, чем у Европейской народной партии.